Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Погода нас порадовала, и на выходные дни, на субботу, воскресенье, посмотрела я прогноз погоды. У нас будет сегодня солнечно, завтра полдня солнечно, потом опять дождь. И через эти два дня снова начнутся минусовые температуры ночью. А до этого у нас неделю нас заливало. Смотрите, что у нас на улице. Видите? У нас такие моря-океаны. Вчера попросила сына вынести последнюю ботву от помидор. Он пошел, и у него нога завязла. Ну, короче, как в огороде, такое болото, невозможно вообще ничего делать. И это сегодня солнце, а вчера были такие унылые пейзажи за окном. Веселый пейзаж у меня только на окне. У меня, если по подоконнику пройтись, вот салат, из которых я скоро буду учить вас оформлять эти новогодние блюда. Вот редисочки, которые тоже уже, ну, хорошо завязываются, толстенькие такие. Вот эти вот ирландские салаты хорошо выросли. Здесь у меня картинка более веселая. Да, последние деньки сейчас проведем на улице, а потом будем сидеть и в окошечко смотреть. У меня вот на прошлых выходных внук приезжал, и мы не знали, вот муж-то ходит на улицу, а мы даже не выходили, даже внука не выпустишь. И в это время мы играем с ним в мечты. Вот ему исполнилось недавно 5 лет, он совсем маленький, и мы начинаем, когда он: бабуля, а что делать, плохая погода. Я говорю: ну, давай помечтаем. Учу ребенка мечтать, планы строить долго идущие. Я говорю: представь, что будет, когда ты вырастешь большой, будешь ходить на работу. А он: а куда я буду ходить на работу? Я говорю: ну давай выберем. Можешь быть, например, водителем автомобиля, как деда. А можешь вообще стать пекарем или учителем. Будешь ходить в школу, учить детей. А он так повернулся и удивленно спрашивает: а что, за то, что учителя детей учат, им еще и денежки платят? Я так замолчала, я говорю: ну да, конечно, платят. Он очень удивился, а я подумала: наверное, так часто по телевизору говорят, что маленькие зарплаты учителей, маленькие зарплаты учителей, что ребенок удивился, что вообще учителям денежки платят. Я хотела ему сказать в ответ, что, наверное, такие платят деньги, что действительно их можно назвать не деньгами, а денюжками. Даже ребенок говорит: а денюжки им разве платят? Но и вот эти игры в мечты у нас сейчас будут с самого вот с октября, и январь, февраль, и до марта. Иногда такие погодные условия, что выйти некуда. Сейчас зальет, потом засыпет. Вот это, короче, прогноз погоды. Так выглядит сегодня Алтайский край, самая глубинка России. Частный сектор, где такие лужи, что ребенка даже не выпустишь погулять. Но все равно у нас все хорошо.